Ачимура у Милевоевича, Кейн в штрафной. Кейн простреливает Бейл, 1-0. 25-я минута. Гаррет Бейл забивает после передачи Харри Кейна. Важно было Тоттенхэму забить первую. Они справа Бейл, приходит к нему мяч, пробивает Бейл и забивает Бейл. Фирменный, по сути, гол для Гаррета Бейла. Убрал мяч под левую ногу. Lovely stop and go, brilliant Gareth Bale, a little glimpse of what he's always been all about, 2-0 to Tottenham, and that was unstoppable. Мы соскучились, отбивает Эдерсон его удар. Не дает передачи на Бейл, Бейл штрафной. Эфэл. Арисует Гаррет Бейл, он пробивает и первый момент сегодня. Бейл, Бейл. Oh, what a finish! Thank you.